Американская фирма Zinger Vehicles, основанная инженером и предпринимателем Кевином Зингером, обещает удивить всех своим гиперкаром со скромным названием 21C. Для выпуска новинки используется некая революционная производственная система, за которой прозрачно скрываются технологии 3D-печати. У революционного купе двухместная компоновка, притом сиденья расположены друг за другом. За ними стоит бензиновый битурбомотор V8, способный раскручиваться до 11 тысяч оборотов в минуту. Это двигатель — собственная разработка компании. В помощь бензиновому агрегату на передних колесах установлены два тяговых электромотора, плюс стартер-генератор и литиево-титанатный аккумулятор. В итоге на 1 килограмм массы гиперкара приходится одна лошадиная сила. Разгон до сотни занимает меньше 2 секунд, а максималка превышает 400 км в час. Для профессионалов будет выпущена трековая версия. Ее, помимо меньшей массы, отличает более развитый аэродинамический обвес и, соответственно, большая прижимная сила. Но силовой агрегат останется неизменным. Экстраординарный гиперкар справит премьеру на Женевском автосалоне. Там же Кевин Зингер обещает раскрыть еще больше подробностей. Пока из интересных фактов объявлен лишь тираж. Всего планируется выпустить 55 обычных и 25 трековых Зингеров. Поэтому и ценник обещает быть, мягко говоря, нескромным. Добавим, что несколько лет назад Зингер пробовал силы со стартапом Divengent Technologies. Тогда дело ограничилось лишь несколькими громкими заявлениями, а также постройкой прототипа под названием Blade.